Hello and welcome to English Online. Для чего же нужно знать алфавит? Вот в таком виде A, B, C, D, E, F, G, кроме школы, вас никогда нигде спрашивать алфавит не будут. Но в жизненных ситуациях знание отдельных букв алфавита очень помогает. Например, вы чекинитесь в отеле или еще куда-то приехали за границу, и вас спрашивают, could you say your name and last name? И я, допустим, могу сказать Елена Феоктистова. Для иностранца на звук мое имя и фамилия вообще непонятно, как оно даже пишется. Поэтому всегда следующий вопрос – это «Will you spell your first name?» И тогда мне нужно назвать свое имя по буквам. И это будет Y-E-L-E-N-A. Следующий вопрос – «Will you spell your last name?» Фамилия моя на слух еще сложнее, поэтому мне нужно тоже быстро уметь говорить ее по буквам. F-E-O-K-T-I-S-T-O-V-A. Учитывая, что сейчас во многих компаниях, когда вы куда-то звоните, стоят искусственный интеллект, и вам нужно разговаривать с чат-ботом, уметь говорить свое имя и фамилию по буквам, это очень нужная компетенция, очень нужный навык. Поэтому посмотрите, как в вашем паспорте на английском правильно пишется имя и фамилия. Затем выучите название этих букв и научитесь быстро и четко говорить по буквам ваше имя и фамилию. Thanks for watching!